Как любят говорить начальники компании на новогодних корпоративах, все, что было плохо, пускай останется в прошлом году. А вот тут стоп. Рубрика «Наболело». Что это мы сейчас? Глаза закроем? Нет. Покажем вам проблему и надеемся, что в ближайший день-полтора ее решат. Ну а если нет, то с долгами в Новый год. Ай-яй-яй! Это видео нам прислала постоянная телезрительница Антонина. Дело в том, что у нее в доме номер 51 по улице Чапаева совсем недавно делали капитальный ремонт, заливали монтажной пеной швы. Швы запенили, но Антонина возмущена, что рабочие почему-то не прибрали за собой. И теперь вокруг дома валяются остатки пены, мусора и даже содранные доски объявлений. Автору видео очень стыдно теперь за свой двор. Она просит напомнить рабочим, что после ремонта мусор за собой нужно все-таки убирать. Ай-яй-яй!